Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Сантаро. С вами, как всегда, Ольга, и тема нашего расклада сегодня – тайные разговоры. Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим, что думают, что говорят в вашем окружении о вас. Итак, вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. Работа, что думают, что говорят. Сотрудники, коллеги, начальство, подчиненные. Что думают и что говорят? Женщины, подруги не очень. Что не сходит с языков? О чем ведутся страстные разговоры? Итак, что думают, что говорят о вас? Мужчины. Когда смотрят вам вслед, когда думают о вас, что думают и что говорят в своем мужском окружении. Дальше. Есть ли какой негатив? От кого этот негатив? Что там в общем происходит за вашей спиной? Что думают, что говорят? Лихие взгляды, лихие разговоры. Дальше мы посмотрим ваше окружение. Люди, которые живут рядом с вами, так или иначе с вами пересекаются. Какое первое впечатление вы производите в общем на людей? Что о вас думают и что говорят? Что скрытое станет явным? Сегодня мы посмотрим на Таро ангелов. И посмотрим, что вам нужно знать. Важная информация, подсказочка для вас, чтобы вы смогли улучшить ситуацию максимально для себя в своей жизни. Что скрытое станет явным для вас. Ну и, конечно же, приятная неожиданность от вашего окружения. Приятная неожиданность. Итак, настраиваемся на гадание и давайте начнем. Первых три карты вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. Вы знаете, очень так вы прямо обращены в новое, в будущее, в лучшее для себя. Вышли вы королевой пентаклей. Очень вероятно, на сегодняшний день реалистичны. Реалистичны, прагматичны, видите свои цели, видите инструменты, как прийти к своим целям. И вы знаете, сказать, что женщина тянется к успеху, тянется к лучшему в своей жизни. Вообще-то я вам скажу, что карты показывают некую действительно перемену. То есть так, как раньше, не будет. Ты вышла из какой-то тупиковой ситуации, очень вероятно, нашла правильный путь, правильную дорогу. Ты сейчас мыслишь правильно, ты действуешь сейчас правильно. Хоть, возможно, вы в силу своего реалистичного характера где-то все поддаете какому-то осмыслению очень такому глубокому. Вы прекрасно знаете, где есть те моменты, которые вам еще предстоит проработать, пройти. Но здесь карты показывают, что вы хозяйка своей жизни. Что по сути, по жизни вашей, вам сейчас открывается какая-то определенно новая и классная возможность. Очень вероятно, именно по материальному плану. Да, то есть у вас сейчас идет некий момент мощного саморазвития, мощного движения, вот именно вашего личностного. Здесь я скажу, что да, женщина очень так, вы знаете, рассудительно подходит и к своему гардеробу. Здесь человек очень хорошо одевается, со вкусом. Все как-то грамотно подобрано, ничего лишнего, никаких, знаете, каких-то нелепостей. И здесь я вам скажу, что однозначно люди извне,
думает о том, что вот когда вас не встретишь, вы всегда хорошо выглядите, вы всегда как-то и свежи, вы всегда как-то и, ну вот так прямо со вкусом одеты, то есть когда вас не увидишь, вы всегда вот как бы на поготове, да, вот встретить в своей жизни что-то лучшее. Вы сами вот в каком-то вот таком очень оптимистичном настрое находитесь. Здесь, конечно, я соглашусь, что здесь женщина очень молодо выглядит, потому что вот здесь есть вот этот момент. Вы в душе остались мечтающим ребенком. Хоть, знаете, вам присуща вот эта реалистичность, вот эта четкость по жизни, некая рассудительность, здесь человек может потянуть свои дела, здесь очень мощная энергия организовать, видеть со стороны, анализировать в общем ситуации. То есть вы очень такой человек, способный поднять очень многое, да, взрастить что-то из малого, взрастить что-то большее, создать что-то лучшее. И потому, если вы сейчас задумываетесь над тем, чтобы изменить что-то кардинально в своей жизни, начать какое-то свое дело, работать на себя или создать какой-то новый интересный проект, вы прямо в силе. Даже более того, здесь карты показывают, что ты движешься правильно, что ты вышла из каких-то тупиковых ситуаций. Сейчас ты действуешь именно так, как надо, чтобы прийти к самому лучшему результату. Здесь я скажу так, вот эта реалистичность, такая, знаете, фундаментальность в человеке, она как-то... Знаете, так или иначе, здесь есть некое направление из детства. То есть очень может быть, что вы в детстве о чем-то мечтали. И вот своих мечтаний вы не забываете. Вот этот некий такой момент, все возможно, вот он в вас остался. Где-то вы прогуляли вот эту ситуацию, что вот да, в жизни прям ничего не получается. Нет, вы тот человек, который знает, что мечты сбываются, что все получится. Здесь я скажу, что здесь очень такая уверенная в себе женщина, очень интересная. Да, очень вероятно, что вот за спиной, да, как бы... В прошлом остались какие-то тупиковые ситуации. Возможно, в какой-то из них вы как бы и застревали, да, то есть, возможно, это какие-то отношения, которые вас не отпускали, например, или это ситуация извне жизненная, которая так или иначе создавала для вас тупик, да, и вы как-то не могли себя реализовать. Возможно, даже пребывали в таком состоянии определенного, как, знаете, как во сне, да, вот жизнь у других людей что-то движется, что-то происходит, а я как вот во сне нахожусь, да, вот чего-то моя жизнь выжидает. Нет вот этого момента раскрытия, открытия. Вот я вам скажу, что вы вот из этих тупиковых ситуаций, вы из них вышли. И вот ваши эти детские какие-то мечты, вот это детское состояние, что все возможно, оно вот здесь, в этом дне, в вашем сегодняшнем. И действительно все возможно. Очень мощная энергия, если вы задумали что-то грандиозное в своей жизни, не осаживайте своих планов, наоборот, дайте им пищу, дайте им движение, энергию, у вас все получится. Давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, вы человек, который видит какие-то детали, какие-то тонкости, очень скрупулезная женщина, очень как-то у вас все четко. Возможно, это непосредственно как-то с вашей деятельностью связано, но здесь очень такая аккуратная женщина, у которой все прямо вот четко и правильно. Давайте посмотрим. Вы сейчас в сегодняшнем дне. Очень, вы знаете, нравитесь мужчинам. Да, я вижу, что очень вероятно, не то что в вашем окружении, возможно, здесь есть партнер, есть влюбленный мужчина, возможно, вы с этим человеком на расстоянии, но тем не менее, я вижу, что о вас кто-то имеет любовные мысли, да, любовный такой вот вихрь мыслей и эмоций в вашу сторону. Действительно, я вижу, что человек, он очень искренне к вам настроен, и у него действительно чувства прямо сильные по отношению к вам. То есть здесь девушка может быть в отношениях, возможно, вы в выборе, но вот влюбленный мужчина в вашем окружении однозначно есть. Более того, от него будут вот какие-то определенно классные шаги. Да, между вами будет определенная трансформация, перемена. И там, где у вас было присуще какое-то недоверие, да, вот я вижу, что этот момент уйдет. Вот ситуация очень качественно изменится между вами. Много между вами мужской хитрости. Вот вокруг вас. Вокруг вас много мужской хитрости.
Вы как-то вот интригующая женщина, вы очень интересная женщина. И вы знаете, как-то я вижу, что мужчины прямо вас воспринимают, что вот как за вами, попробую угонись, да, попробую угнаться за вами. Вы не особо останавливаетесь, вы не особо оборачиваетесь, вы не особо даете другой шанс. Вы человек очень такой, где-то имеющий, вот знаете, как из детства, как все должно быть честно, да, все должно быть каким-то прозрачным в вашем понимании. И вы очень как-то болезненно все-таки воспринимаете вот какую-то неискренность. Человек может потерять ваше доверие навсегда, если где-то вот какой-то такой момент произойдет. Я вижу, что да, есть прямо интересы мужчин, которые буквально теряют голову. То есть я бы здесь сказала, что вы, вне зависимости от того, вы сейчас в паре или вы сейчас на выборе, вы покоряете мужчин, возможно, как-то непроизвольно, не специально, да, или без каких-либо планов на будущее. Но, тем не менее, я вижу, что вы очень нравитесь мужчинам, и вы пробуждаете какие-то вот правильные мысли и правильные, вообще правильное отношение к женщинам. Да, я бы сказала, что ухажеров, вот таких воздыхателей, их хватает. Но вы человек, который вот по жизни своей знает, чего он хочет, а хочет большего, хочет самого-самого лучшего. И где-то к вашим критериям тяжело дотянуться, но тем не менее, да, кто дотянется, тот будет победителем. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, вот я вижу, что есть в вашем окружении, знаете, вы тот еще подарок, да, то есть здесь есть такой момент, что вы таинственная очень. Вы вот действительно, как вот не знаешь, что кроет вот этот подарок. Внешность ваша очень привлекательна. Но вот есть вот этот момент, да, внутри больше, внутри грандиознее, да, и вот есть такой момент, как мужчины хотят вас узнать. Не просто, знаете, для какого-то развлечения, прямо хотят вас узнать, хотят с вами общаться, хотят находиться рядом с вами. И действительно, я вижу, что вы человек, который искренне радуется, который очень приятен в общении. Ну и вместе с тем, да, вот как-то лишнего вы не позволяете. А вижу, что вот интереса мужского очень-очень много вокруг вас. Давайте посмотрим еще. Вы сейчас. Знаете, что главное, знаете, что важно. И очень такой фундаментальный и надежный человек в дружбе и в отношениях, и вообще вот в деятельности, в работе. Вы как-то, знаете, проверяете временем, вот так вот. И мужчин проверяете временем, и подруг проверяете временем. И время – это самый лучший подсказчик, самый лучший советчик. Вы человек, который очень, знаете, где-то свое ценит время и ценит свое мнение. Когда вас начинает как-то тормошить, спешить, да, вот как-то ускорять, да, вы как-то начинаете, наоборот, отдаляться. Действительно, вы цените свое время и цените вот дорогих людей. Ну вот да, вот время покажет, да, вот такая вот ситуация. Время покажет, какой мужчина классный, надежный и хороший. Какая подруга надежная и верная, да. То есть я вижу, что у вас как время, это ваш соратник, это ваш лучший подсказчик. То есть вы никогда не спешите с какими-то выводами, вы всегда даете время, потому что только время покажет, какой по-настоящему человек, что он из себя представляет. Это говорит о том, что вы не навешиваете особо ярлыков и не даете, да, какие-то вердикты не выносите. Все-таки даете человеку шанс проявить лучшие свои качества. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, о вас ситуация очень рассудительна и очень умна, но и вместе с тем готова вот открыться новому, открыта к общению, открыта к каким-то новшествам, к новым каким-то знаниям, очень быстро обучающийся человек и очень имеющий петливый ум, да, то есть вам очень много интересного, и вы прямо проникаетесь в это, и вы наслаждаетесь каким-то самим процессом. Очень может быть, что человек так или иначе в своей работе задействует какое-то творчество, очень может быть. Или вы просто, да, свободное время, это ваш отдых, заняться каким-то творчеством. Будто это рукоделье, или это что-то красивое, да, вот как бы вот вокруг себя вы это создаете. Вы знаете, да, я вижу, что вы готовы к какой-то грандиозной перемене. Возможно, вы задумали какой-то переезд.
И опасаетесь, не останетесь ли вы как-то вот отрезаны от привычного мира. Или, например, сменить работу замышляете, да, потому что я вижу, что вы как-то, ну вот прямо желаете войти в какое-то новое общество, новое пространство. Очень может быть, что это произойдет даже где-то неожиданно для вас, но я вижу, что вы к этому движетесь. Здесь очень может быть какой-то вот подъем именно в вашей реализации, в работе. Это может быть какие-то новые знакомства по личной жизни, которые кардинально вообще вашу жизнь изменят. Но здесь явно идет момент, что, вы знаете, да, у вас хватает завистников. У вас хватает вот этих ворон вокруг вас предостаточно. И здесь мне проходит, что вы как-то их оставляете позади. Да, вот время лучший советчик. Время лучший соратник. Я вижу, что вы оставляете вот каких-то людей позади, все-таки выдравшись на свою вершину. Да, и ничего вам не преградит дорогу. Вы знаете, здесь есть такой момент, что... Что предначертано, оно уже запущено, оно уже в движении. И если кто-то пожелает вас остановить каким-либо образом или как-то преградить вам дорогу, человека будет ждать определенное наказание, потому что все и весь его негатив, он будет возвращаться в его сторону. Есть некий такой путь, который для вас уже открылся. И какая-то вот судьбоносность, да, она уже в процессе, она уже в движении в вашей жизни. И здесь, конечно, я вижу, что тот, кто будет вам как-то препятствовать, мешать, останавливать, человек будет, возможно, по здоровью очень страдать. Здесь я даже бы сказала, что ну вот мы посмотрим дальше, но я вам скажу, что хватает, да. К сожалению, не могу сказать, что все ваше пространство так чисто и так приятно, как вы бы хотели, да, потому что я вижу, что вы очень избирательны и лишних людей в свои пространства не пускаете, но тем не менее, да, вот всякое разное есть в вашем пространстве, безусловно. Ну, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Работа, дела, ваши хобби, ваше увлечение, учеба. Давайте посмотрим, что думают и что говорят, что вообще происходит в вашем окружении. Ну, вы прямо смотрите правде в глаза. У вас нет каких-то прямо вот иллюзий касаемо вашей деятельности. Вы видите свой путь, вы видите свою тропу, вы видите свою конкуренцию очень даже хорошо. На сегодняшний день однозначно я вам скажу, что вы уже на определенной высоте, у вас есть определенный авторитет. Для кого-то это может быть ситуация уже заслуженная, да, как бы на этом месте. У кого-то это может быть, знаете, как новый человек, вы пришли, и вас немножечко опасается, потому что вы сразу раскрываетесь как человек, который и может дать сдачи, да, и может проучить, и может очень даже свое место под солнцем обрести. Здесь я вам скажу, что на сегодняшний день, что у вас на работе? У вас очень даже подвижная ситуация на работе. То есть она поддается каким-то определенным переменам. Если вы ищете новую работу, вы ее найдете. У вас все даже очень хорошо сложится. И здесь, знаете, вот ни шагу назад. Все-таки нужно понимать, что да, окружение не слишком к вам ласково, да. Но тем не менее, вы в силе, не то что выстоять, вы в силе возглавить, да, вот эту стаю, скажем так, вы в силе выйти на первый план вообще, то есть очень даже хорошо себя зарекомендовать и освоиться на новом месте. Ну, давайте посмотрим. На сегодняшний день ваши коллеги, да, давайте посмотрим, люди, которые так или иначе часто с вами пересекаются по деловой сфере, что думают и что говорят о вас? Что думает? Вот им непосредственно работа вышла. Я вам скажу, что к вам как-то вот часто приходится за советом. Вот непосредственно. И на вас прямо планы, да? Вас хотят видеть в своем окружении, в своей компании. Очень даже вы человек, который может взойти на самую большую вершину. То есть, смотрите, как вас воспринимают, как человека, который однозначно придет к лучшему. Однозначно. И никто не сможет вам помешать. То есть, видит какие-то определенные перспективы и вашу способность преодолеть все. И здесь даже не так... какие-то вот качества ваши профессиональные, как ваши качества общаться с людьми, контактировать с людьми,
Вот я бы даже сказала, что здесь работает где-то даже и сарафанное радио. То есть, если вы так или иначе задействованы с людьми, да, ваша работа задействована с людьми, а вас говорят, как бы к вам направляют, к вам вас советуют, да, как профессионала, как человека приятного очень в общении, человека, который может помочь. И здесь, знаете, будь ты трижды профессионалом, но если у тебя нет вот этого качества контактировать с людьми, да, ты не добьешься результата, ты не добьешься лучшего, да. Здесь я вижу, что вы очень так в общении с людьми понимаете, что им нужно, и можете им помочь, и можете им дать то, что им нужно. И потому я вижу, что вас прямо советуют, и очень вероятно, что прямо работает сарафанное радио, и даже люди, которые с вами контактируют, да, и они как-то к вам направляют, и сами идут к вам за каким-то определенным советом. Вы человек, который подает руку помощи в очень критичных моментах. То есть я вам скажу, что да. И, возможно, это вышло, как, знаете, истина, правда, некий реальный случай, когда многие отворачиваются, а вы подаете руку помощи, да, вы можете спасти в последний момент. Я вам скажу, что вообще от ваших коллег просто очень классные, очень хорошие о вас мнения и очень хорошие разговоры о вас бытуют. То есть даже в какой-то безвыходной ситуации вы подаете руку помощи, вы вытягиваете. Возможно, это действительно в профессиональной сфере, и вы как-то к вам приходят за советом, да, или вы как-то содействуете, правильно даете советы. Не устраиваете каких-то ведмежьих услуг, да, а показываете вот ту ошибку, к которой нужно вернуться и ее исправить. То есть мне больше проходит вот такой момент. Понимаете, вот как можно помочь человеку и одеть на себя ордена, да, ну вот скажем так, а можно дать ему подсказку, человек исправит все сам, да, и сам изменит ситуацию, и как бы будет тебе благодарен, потому что он что-то понял, да, он что-то осознал. То есть я вижу, что вы человек, который умеет объяснять, который умеет контактировать с людьми, и вообще ваше окружение, вообще профессиональные ваши коллеги, вы знаете, у вас могут быть даже очень напряженные отношения, но я вижу здесь прямо момент уважения, потому что какое бы между вами ни было общение на сегодняшний день, но вот как-то люди видят, что вы это как-то не влияет на то, чтобы вы помогали, да, то есть вы помогаете все равно. И за вас это, и вас ценят за это. Давайте посмотрим еще. Что думают, что говорят начальство, да? Что думают и что говорит начальство. Девочки, смотрите, что начальство думает. Вы как-то, ой, очень хорошо, вы знаете, очень хорошо. Здесь есть такая ситуация, вам хотят нагрузить работу. Но я вижу, что вы справитесь. Это будет какой-то новый уровень для вас. Здесь вот такая ситуация. На том месте, где вы сейчас работаете, вы можете достигнуть очень хорошего результата. Если вас это место устраивает, потому что я вижу, что не все гладко. Не все гладко. Есть какие-то рабочие вопросы, есть какие-то моменты притирки. Но, тем не менее, я вижу очень большую перспективу для вас на будущее, вот там, где вы сейчас находитесь. Если случилось так, и вы в недавнем времени как-то ушли с работы, ищете сейчас что-то новое, я вам однозначно скажу, что очень жалеют, что вы ушли. Очень жалеют, и вам действительно может поступить звонок, да, вернуться, возможно, на какую-то другую должность. Или как-то на то самое место. То есть вам может поступить такой звонок. Если вы сейчас перешли на новое место, да, и вот это новое место, новое окружение для вас, у вас там есть перспектива, даже если вот сейчас вам как-то непросто, и люди новые, да, и не все так гладко, но вы заслужите свой определенный авторитет, и у вас там есть перспектива и очень хорошая. И вы знаете, идет момент какого-то определенного роста именно той структуры, где вы работаете. И вместе с этой структурой и вы, да, будете улучшать свой материальный план и вообще свой профессионализм. Если вы работаете на себя, я вам однозначно скажу, что у вас вообще все получится. Если даже вы какое-то определенное время топтались на каком-то месте и даже имели материальные убытки, у вас будет улучшение. У вас будут улучшения, у вас прямо идет момент сарафанного радио, да, как вас начнут советовать люди. Начнут советовать, у вас появится очень много клиентов.
очень много людей, как прямо, знаете, будут стоять в очереди, будут записываться заранее, чтобы к вам попасть. То есть здесь очень такая, такой вот момент большой перспективы, которая, по сути, выходит из-за туч. То есть очень может быть, что на сегодняшний день вы можете даже поддавать какому-то сомнению, да, вот реализуется это или нет, вот сколько мне еще ждать. Но я вижу, что это события очень даже быстрые. Возможно, да, сложится обстоятельства так, что вот как что-то изменится, да, то есть может измениться ваша должность, может измениться какой-то вот, да, какой-то перевод может состояться, вот какая-то перемена она будет. Я вижу, что здесь начальство, да, считает, что вот там, где вы сейчас, вы прям, ну, круто справились, да, вас нужно нагрузить задачами, вас нужно нагрузить работой, да, возможно, что-то новое для вас дать. Очень может быть, что вам придется и чему-то учиться, да, что-то вот такое прямо новое, незнакомое для вас. Но однозначно у вас не то, что все получится, вы прямо вспорхнете. Вы прямо вспорхнете, очень будет такой значимый прыжок, значимый подъем у вас по делам и по работе. Что говорят, вам все под силу. Вы очень даже, вы как-то не впадаете в какие-то уныния. Вы человек, который вот прямо перспективный очень человек. И вообще, да, у вас на работу идет большая перспектива. Все будет очень хорошо. Давайте я вот возьму здесь еще, да. В общем, как вас воспринимают и что о вас думают касаемо работы. Что о вас думают и что о вас говорят. Вы знаете, какая-то вот, вы действительно кому-то наступите на хвост. Вот действительно. Я вижу, что этого не миновать. Некая конкуренция, она обострится. Идет ситуация, что да, вы идете к лучшему, вы идете к новому, и вам совсем не страшны те какие-то, знаете, текущие дела, которые вот существуют. Вам они совсем не страшны. Вы взяли очень правильный и очень сильный старт. И, возможно, для себя прекрасно осознаете, что вот вы не привыкли сдаваться, вы не привыкли как-то пасовать. И какие-то чужие уловки, да, они на вас не действуют. Здесь я, конечно, вижу, что некая ситуация конкуренции, она обострится. Очень может быть, что люди от других мастеров, от других, да, профессионалов будут переходить к вам. И да, это будет немножечко обострять ситуацию вот в коллективе, да, или ситуацию вот в общем. Но вы прямо идете в свое счастливое будущее. И совсем не стоит где-то останавливаться и размышлять, что где-то я что-то не смогу. Все вы сможете, у вас все получится, все будет очень хорошо. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Посмотрим, женщины, что думают и что говорят женщины о вас. Девочки говорят много. Сразу вышел старший аркан суд. И это говорит о том, что есть определенных два лагеря. Да? С одной стороны, есть кто-то, который человек, который прямо верит в вас, который защищает вас всегда, который где-то благодарен вам. И знаете, как рубашку разорву, да? Но за вас постоит. Вот прямо я бы сказала, что очень может быть, у вас прямо есть такая подруга или друзья, да, люди, которые непосредственно очень в чем-то вам благодарны, да, и знают, что вот вы человек классный. Какой-то вот правильный равноценный обмен. Я бы даже сказала, что они как бы чувствуют себя, что, ну, знаете, как по гробу жизни благодарен. Вот какая-то такая ситуация. Но и есть другая сторона. То есть некий момент обвинения, некий момент зависти, некий момент вражды, даже так я бы сказала. То есть старший аркан суд, да, есть подруги и есть недруги, однозначно. И есть те люди, которые вот непосредственно просто кровь с носа верят вам и верят в лучшие, да. И есть люди, которые полны зависти и полны злости. Ну давайте посмотрим еще. Верховная жрица и шестерочка мечей. Вы знаете, что обсуждается прямо. Во-первых, по Верховной Жрице это женщина, которая очень хорошо видит правду и очень хорошо видит хорошее и видит плохое. Не сказала бы, что вас видят прям злопамятным человеком, но человеком, который ничего не забывает. И действительно вас лучше не злить. Почему? Возможно, пригодится. Вот такая вот ситуация. То есть я бы сказала, возможно, это касается вашей деловой сферы, и там есть какие-то определенные сотрудницы, вы прекрасно знаете, что они там обсуждают вас где-то там на коридорах, что-то о вас говорят. Да?
Но как-то все тихо, да, как-то все так, чтобы вы не слышали, не знали, так или иначе, боясь вас задеть и как-то вас скомпрометировать. Понимая, что вы, да, вы в силе, вы все-таки по старшему аркану выходите, вы человек, который может дать сдачи, может вывернуть, да, свою шубку, скажем так, и показать, что кроется. Показать и коготки, и зубки, и все-все. Шестерочка мечей, конечно, показывает тот момент, что вы все-таки стараетесь не навешивать вот этих ярлыков. И не говорить, да, что там кто-то плохой, кто-то хороший. Я вам даже здесь так скажу. Вы можете изменить ситуацию. Вы можете переломить ситуацию. Вы действительно по Верховной Жрице умеете понравиться, умеете произвести впечатление. Где-то вы таинственные, где-то вы интригующие. Действительно очень эффектная, очень красивая женщина, которая держит себя в форме, которая действительно поддерживает какой-то интерес вообще к своей жизни. И вы знаете, что да, здесь карты показывают, что вы можете изменить мнение своих недоброжелателей. То есть вы умеете понравиться. И здесь даже может проходить такая ситуация, что при неком сближении, при неком более тесном контакте человек меняет свое мнение, да, и вот действительно где-то имеет большое расположение к вам. То есть, да, возможно, где-то в вашем окружении какая-то группа, скажем так, некие подружки дружат против вас, да, какая-то группа женщин, которые о вас говорит, но я вижу, что вот как-то по отдельности они не так смелы и не так борзы, да, где-то сразу поджимают хвостики, очень где-то вас даже и побаиваются. Почему? Потому что можете дать по зубам, да, и вот от этих клыков только огрызки останутся. Вот здесь я, конечно, скажу, что вы можете прямо влиять на ситуацию, и ваше, скажем так, враждующее окружение, оно не так смело и не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Да, вы человек, который, знаете, возможно, где-то вас это даже забавляет, и вам где-то даже кажется, что ну куда без них, они должны быть, да, вот эти сороки. Куда без них? Давайте посмотрим еще. Что думают, что говорят о вас? Не подружки, да, скажем так. Вот завистницы, не подружки. Что думают, что говорят? Что они там судачат? О чем они там языки чешут? Что там им? Давайте посмотрим, о чем говорят они. Ух ты, девочки. Вот вы знаете, говорят о том, вот смотрите, здесь даже такие, как привидения, да, о чем-то несуществующем. То есть, действительно, это такие сплетни. Сплетни, которые непосредственно к вашей жизни особо вот ничего общего с вашей жизнью не имеют. Говорят о том, что вы человек закрытый, что вы человек, который не особо подпускает к себе. То есть, это говорит о том, что вы очень даже фильтруете свое окружение. И здесь есть вот такая ситуация, знаете, какие-то вот привидения, скажем так, говорят о каком-то, вот что-то где-то услышала, что-то где-то придумала. Но это сплетни, прямо непосредственно сплетни. И вы знаете, действительно, они вас дергают, но какого-то вашего движения они не способны остановить. Это зависть к каким-то вашим нарядам, это зависть вашему лицу, сохранности вашего лица, красоте вашего лица. И вы знаете, вот такой вот момент хочется увидеть, что-то они хотят разузнать, что-то они хотят увидеть, что-то они хотят выспрашивать, знаете, выведать хотят что-то. Ну, давайте посмотрим еще, что они там говорят, что они там, что там происходит. Королева кубков, вы очень красивая женщина, и двойка кубков. То есть я вам скажу, что да, они говорят о том, что закрыты вы как женщина, и дружба с вами тоже закрыта. И где-то вы человек, который платит той же монетой. То есть если они где-то ехидничают, да, и посмеиваются вокруг вас, они как-то прекрасно осознают, да, что со временем будет какой-то возврат, будет обратный отклик. То есть вы отплатите той же монетой. Что в один бокал вольешь, то из другого бокала и пить будешь. То есть вы человек, который вот четко видит, кто держит обман, да, а кто к вам очень даже искренен. И вы знаете, побаивается, помалчивает, да, где-то вот все-таки на замочек свои языки держат. И
они как-то вот опасаются, знаете, как чтобы их не вывели на чистую воду. То есть здесь очень может быть хитрые они на язык, где-то обсуждения идут очень бурные, и начиная с ваших туфель и заканчивая вашей прической, да, это все обсуждается, возможно, каждый день и многократно, потому что я вижу, что здесь прямо вы интересная личность, и вокруг вас очень много разговоров вертится. Это где-то граничит с завистью, да, действительно, но я вижу, что как боятся, чтобы их не вывели на чистую воду, боятся. Боятся, потому что вы, как человек, очень даже благосклонный и приятный, да, но вы будете платить той же монетой. То есть вы не попустите, вы не позволите, чтобы топтали душу, да, вы как-то будете не только выяснять, но и отплачивать. Ну, давайте посмотрим, хорошо. Ваши подружки, да, давайте посмотрим, ваши подруги, что думают и что говорят. Пятерочка жезлов. Десятка пентаклей. Ой, девочки, а я вижу, что вы человек, который участвует, знаете, как успокоение, как таблетка валерьянки. Действуете на людей. Вы очень умеете успокоить. Успокоить именно, когда вот прямо крик души, когда уже невозможно терпеть, когда, знаете, очень больно. Вот я вижу, что прямо вот прямо хотят с вами посоветоваться. И здесь даже есть такой момент, а я расскажу, да, я расскажу, что ты меня обижаешь, и вот ты узнаешь, да, вот какой-то вот есть момент, что вы имеете какой-то определенный авторитет. И здесь есть такая вот ситуация, что вам как хотят пожаловаться буквально, да, вам хотят рассказать, хотят вот прямо открыться, прямо вот все-все до мельчайших деталей вам рассказать. Хотя, возможно, очень даже знают, что вы можете как и не просто быть отдушиной, как-то вот выслушать, да, посочувствовать. Вы можете и трепки задать, да, что вот ты сама виновата, я тебя предупреждала, я тебе говорила, потому что я вижу, что у вас очень хорошая вот такая ориентировка, да, интуиция у вас очень хорошая касаемо людей. Возможно, она где-то имеет фундамент на вашем личном опыте, то есть вы где-то очень хорошо знаете, о чем вы говорите, да, и желаете лучшего людям вас окружающим. Но я вижу, что здесь прямо вот по десяточке пентаклей вас видят семьей, да, вас видят очень близким человеком, доверенным лицом. Но и вместе с тем, да, вы не всегда жалуете, вы не всегда, знаете, по шерсти гладите, вы можете дать и какую-то очень правдивый комментарий, скажем так, потому что здесь идет момент, что вы можете, если идет, вы говорите, все классно, ты королева, но если вот вам не нравится, вы напрямую будете говорить, что это не твой цвет, что вот это все-таки не твое. Я вам скажу, что да, с вами классно где-то за покупками ходить, да, это очень выгодное вложение. С вами очень классно собираться на свидание. Есть вот это ощущение, что вы прекрасно знаете и чувствуете, что нравится мужчинам. И вообще вы как-то, знаете, вот на высоте. Вот женщина на высоте. Где-то предельно видящая истину и правду со своей высоты. И вы знаете, как-то вот мечтается с вами хорошо. Все-таки вы умеете не только, знаете, как-то в реальность смотреть четко, но и как-то приободрить человека, что в жизни все получится и мечты сбудутся. Да, вы человек, с которым, знаете, легче осуществлять свои мечты. Вот о чем думают, что если в жизни твоей есть такая подруга, то в жизни твоей легче будет осуществить мечты, имея такого хорошего подсказчика. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим дальше. Мужчины, что думают и что говорят о вас, мужчины? Колесо фортуны, вы умеете скружить голову. У вас красивые линии тела, и вы очень где-то умеете пользоваться женской вот этой энергией, женской магией. Очень привлекательная, очень манящая женщина. И здесь действительно время рядом с вами, оно как-то очень быстро бежит. Оно буквально летит. И здесь есть момент в ожидании встречи, как-то очень медленно время идет. А когда вот вы рядом, время очень быстро летит. И по колесу фортуны хочется большего. Хочется какого-то развития, вереницы событий хочется. Вот не хочется, чтобы вот это заканчивалось. Вообще-то эта карта показывает, что мысли о вас крутятся буквально в голове. И вас чрезвычайно тяжело забыть. Где-то все время идет вот этот момент какого-то ориентира на вас.
да, то есть очень интересно ваше мнение, и, безусловно, ваша красота, она творит чудеса, она имеет очень большую силу на мужчин. Давайте посмотрим еще, что думают, что говорят мужчины. Должна быть моей. Вот вы знаете, да, мужчины между собой однозначно о вас говорят. И говорят о том, что вы далеко не статуэточка в саду. Вы женщина, которую нужно добиваться. Которая, знаете, не будет 100 лет ждать, когда ты там созреешь. Это женщина, которая вот достойна определенного восхищения. Вообще-то я вам скажу не то, что хорошее мнение о вас. Обворожительная женщина, очень интересная. И вот мужчины думают, знаете, как тот, кто с ней, тот император. Тот действительно достоин. Потому что такая женщина, как вы, она выбирает достойного, она выбирает победителя. Что думают, что говорят? Ой, девочки, очень хотят вам понравиться. Я вам однозначно скажу, что говорят о вас многие мужчины. Как-то так или иначе, очень часто вы... разговоры о вас, они возникают. Но я вижу, что непосредственно именно двое мужчин. Один очень, вероятно, постарше и, возможно, очень даже успешный, да? А другой мужчина просто без ума в вас влюблен, и он как-то с ним советуется. То есть я вижу, что некий влюбленный мужчина часто говорит о вас с другим мужчиной, советуясь, да, с ним, как, возможно, вот подобрать ключик к вашему сердцу. Да, открывая ему свое желание, вам нравится, и чтобы вы его любили. Ну, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Что думают, что говорят мужчины о вас? Что думают и что говорят? Девочки, прямо идут старшие арканы. Вот здесь непосредственно вышла такая общая картина, да, в общем. Вы действительно очень эффектная женщина. И здесь однозначно есть какой-то мужчина, для которого вы вообще одна во всем мире. Очень вероятно, что это ваш партнер или мужчина, влюбленный в вас. И здесь есть ситуация, что эта женщина как солнце сияет, да, и без нее ты обречен блуждать с вот этим, да, фонарем, в поиске, да, какого-то светила. То есть, если ты уже упустил эту женщину, не видать тебе, да, вот больше яркого светила. Лучше и краше женщины. Вы знаете, интересно с вами вообще и общаться. Я вижу, что в какой-то, возможно, деловой деятельности вы с кем-то сотрудничаете. Вот прямо вы человек, который очень правильно по-своему, по-женски смотрит на ситуацию. И с вами прямо хочется посоветоваться. Вашего слова внимают, вас слушают, к вам прислушиваются. И вы знаете, что здесь есть вот этот момент, вас воспринимают как мудрую женщину, не только красотой одной. Да, то есть где-то уже люди, которые вас знают, вы как-то раскрываетесь со временем. Вы действительно за вот этой красотой, вот это такой подарочек, да, и за этой красотой есть еще больше. И здесь я вижу, что мужчины, чем больше они с вами общаются, тем глубже и прекраснее трансформируется впечатление о вас. Говорят о вас много, да, я вижу, но действительно вот есть некий влюбленный мужчина, который прямо любит о вас говорит, который хочет о вас говорить, да, и как-то вот говорит о том, как вы прекрасны для него, что вы для него такая единственная во всем мире. Вот так вот, мои дорогие. Ну, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим дальше. За вашей спиной сплетни, разговорчики о чем и от кого. Так, сплетни, разговорчики. Очень интересует ваша личная жизнь непосредственно. Каких-то, вы знаете, таких угрожающих разговоров я не вижу. Здесь даже больше идет такая ситуация. Вот смотрите, ваша жизнь сейчас в моменте наполнения. То есть очень вероятно, что в ближайшее время в вашу жизнь будут идти какие-то вот прямо судьбоносные, важные события, очень значимые вообще по вашей жизни. И любому, кто захочет вмешаться, вот да, вот эта ситуация, которая вот и здесь идет, любому, кто хочет вмешаться, да, тот получит вот наказание какое-то определенное, да, то есть он будет остановлен. То есть любой человек, который захочет помешать вот этому, да,
некому наполнению вашей жизни, улучшению вашей жизни, ему сразу будет приходить какое-то определенное наказание. То есть разговоры есть, есть. Очень много разговоров о вашей личной жизни. Где-то мало информации и начинаются какие-то придумочки. Но в общем я вам скажу, что ну вот не позавидуешь тому человеку, который захочет вам идти поперек вас. Потому что вы и сами очень даже можете отстоять свои интересы. Ну и высшие силы на вашей стороне. И вот некая судьбоносность, где-то что-то, какие-то события очень важные, очень карколомные, поворотные по вашей судьбе, они произойдут, но я вам однозначно скажу, что это радостные события. И очень может быть, да, они заденут ваш материальный план, вашу реализацию, но это будет касаться именно личной жизни. Какие-то очень хорошие события вообще по личной жизни. Ну, давайте посмотрим еще. О чем судачат, да, там за спиной. Мы видели там женщины, которые что-то там... Да, нет им покоя, их языкам нет покоя. И здесь королева кубков, да, и старший аркан суд. Вот здесь непосредственно, понимаете, подтверждение моих слов. По старшему аркану суд будет наказан тот, кто хочет как-то влиять на вас. Если даже, возможно, вы догадываетесь или знаете о неком энергетическом влиянии в вашу сторону. То есть, возможно, что кто-то, да, каким-то, скажем так, непростым способом хочет... так или иначе на вас повлиять. Но я вижу, что вот прямо наказание идет. Старший аркан суд показывает в общем, да, каждый, кто начнет как-то вам мешать, он будет наказан. Если разговоры непосредственно есть, разговоры непосредственно о вас, но вы знаете, что здесь есть такая вот ситуация. Тот человек, вы знаете, он и наказан будет, и какое-то осознание придет. Очень может быть, что так или иначе в жизни к вам придется. То есть вы, возможно, этому человеку еще и на помощь придете. Смотрите, эта женщина может себя выдать. Вот я вижу, что идет какая-то женщина. Это не просто разговоры, это какое-то влияние более сильное. Возможно, это влияние где-то, знаете, завистью навеянное, да, вот этой женщине. Она хочет иметь то, что есть у вас, хоть немножечко, хоть чуть-чуть. Она себя как-то выдаст. Я вижу, что вот ей придет наказание, но здесь даже больше. То есть ей будет как-то стыдно, да, вот ей будет как-то вот не по себе. Очень может быть, что вы этой женщине чем-то поможете. Это может быть какая-то совсем простая помощь. То есть человек споткнулся, вы подхватили. Да, и как-то вот ей станет не по себе, что вот, а вы-то на помощь идете, а вы-то беспокоитесь, да, чтобы человек не упал. Или, например, по работе какой-то у человека брызжет завистью, брызжет какой-то, знаете, ненавистью, а вы в какой-то вот такой очень острый момент можете оказаться рядом и можете оказаться тем человеком, который первый пришел на помощь, который первый посодействовал какой-то мелочью. Это не должна быть какая-то вот сверхъестественная ситуация. Это буквально, да, пошатнулась, падает человек, вы подхватили, и уже как-то не по себе, да, человек к тебе с добром, а ты вот какие-то, да, козни строишь вокруг нее. Я вижу, что здесь будет наказание, здесь у человека могут быть проблемы со здоровьем. И вы знаете, они какие-то могут быть резко возникшие. Это может быть как некая головная боль. Да, то есть человек может в вашем присутствовать и жаловаться, что у него голова сильно болит. Или резко начала болеть голова. Да, да, очень может быть. Прямо вот это падение показывает. Да, что как человек споткнется и будет падать. И вы очень вероятно окажетесь рядом и окажете помощь. Вот так вот, вот такая вот ситуация. И вы знаете, как-то стыдно человеку станет. Все-таки старший аркан суд показывает, что человек не только будет наказан, но и будет некое вот это осмысление, что не стоило где-то вас обижать. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, окружение, люди из вашего окружения, как они на вас реагируют? Ой, боже мой, девочки. Вот смотрите, когда вы появляетесь в окружении, ну вот молодых девушек это не сильно радует. Вас нельзя списывать со счетов. Вы женщина-девушка, которая очень нравится вообще мужчинам.
Но когда вы появляетесь, знаете, вот как-то вы закрываете шансы, закрываете двери перед другими женщинами. Очень, может быть, сталкиваетесь с тем, что вы, возможно, этого не замечаете, но вот девушки там общаются, да, с парнями или женщины с мужчинами. И появляетесь вы, какое-то все внимание переключается на вас, да, то есть с вами хотят поздороваться, с вами хотят переброситься несколько слов, продолжить разговор. Действительно, я вижу, что на вас обращают внимание, и где-то это сильно задевает женщин, вот сильно. И вот отсюда, знаете, может быть какая-то вот этот момент негодования. Вообще-то я вам скажу, что да, вас считают человеком очень таким приятным в общем, в общении, да, и сказать, что у женщин какой-то вот прямо непосредственно негатив, вот я не могу, но вот этот момент недовольства, потому что на вас сильно обращают внимание, это есть. И очень вероятно, что ваши соседки, знаете, так крепко закрывают дверь, когда слышат стук ваших каблучков по коридору, где-то отвлекают своих мужчин, чтобы они меньше-то на вас засматривались. Вот так вот, мои дорогие. Давайте посмотрим еще. То есть первое впечатление. Женщины сразу думают, да, вот это конкурентка, вот это, знаете, соперница. Мужчины думают, вот это звезда. Очень проявляетесь красиво, умеете произвести впечатление, действительно нравитесь мужчинам. Вы знаете, что вот первое впечатление, прямо много старших арканов, и я вам скажу, что очень сильное первое впечатление вы производите. И здесь у мужчин прямо резко возникает какой-то конкурентный такой огонь, да, то есть убрать конкурентов, понравится вам, очень хотят мужчины. Но вы вообще-то человек такой очень активный, очень быстрый. И по иерофанту, вы знаете, какой-то миролюбивый. Вот прямо дипломатичный. Вот этот момент, он есть. Дипломатичный очень такой человек. Вы имеете определенный авторитет. Я вам вообще скажу, что у вас очень хорошего мнения. И где-то свое недовольство люди придерживают при себе. Потому что так или иначе, да, вот как-то не хочется вас задевать. Потому что не только можешь, знаете, какую-то отдачу получить, так и как-то к вам приходится, да, как-то к вам приходится. И не хочется как-то накалять обстановку. А вы человек мир любивый, да, вы как-то наоборот хотите улучшить отношения, улучшить общение. И здесь мы показывала нам, да, что вам это удается, у вас есть вот эта энергия расположить к себе людей. Давайте посмотрим еще, как вас воспринимает ваше окружение. Как воспринимает окружение вас? Ой, девочки, вы такая прямо наполненная очень женщина, драгоценная, ценная. Вы действительно, вы знаете, мужчины вас воспринимают такой, ну, шикарной женщиной, да. Стоящей, таким настоящим бриллиантом, ценностью, да, вот такая вот. Вы себя прямо несете, вы сами себя цените, и люди окружающие, у них просто нет выбора. Они тоже видят вашу ценность, они тоже видят вашу определенную высоту. Я вижу, что у вас бывают какие-то конфликтные ситуации. Вот выстоять в этом конфликте с вами очень сложно. Очень сложно. У вас мощная энергия. Вы прямо такой человек, с одной стороны, располагающий себе, имеющий очень такой мощный энергетический поток. Но и вместе с тем, в какой-то конфликтной ситуации, которую так или иначе в нашей жизни все-таки нельзя избежать, вы прямо соперник. Соперник соперников, да, то есть вы прямо очень сильный человек, очень сильный. Нравитесь мужчинам очень даже. Опять вышел у нас вот этот влюбленный человек, который в вашем окружении. Возможно, это ваш партнер. Возможно, и видит, что, возможно, в вашем характере есть какие-то непростые нотки, очень где-то даже острые, но любовь по отношению к вам, она, вот знаете, накрывает головой. Вот так вот, ну что ж. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим Таро Ангелов. Давайте посмотрим, что скрытое станет явным, что скрытое проявится. Подсказочка для вас. Старший Аркан Мир. Ну, вы знаете, перемена большая идет. Перемена большая, я здесь даже доберу карты, потому что вот в полной мере перемена грядет. Там, где тебя что-то не устраивает. То есть ты ждешь чего-то, да, оно будет тебе дано. В
полной мере идет какая-то определенная трансформация. Ты входишь в новое и в лучшее. Что-то тебе останется, что-то останется позади. Но ты как-то выходишь в чистую воду. Возможно, из каких-то моментов сложных. Давайте посмотрим, что нужно знать сейчас вам. Что вам нужно знать? Вы будете победителем, вот смотрите как. Будет трансформация, и ты будешь победителем. Ты выйдешь на высоту, и люди в окружении будут удивлены твоему результату, твоему успеху. Вы знаете, возможно, на сегодняшний день не все получается так, как вам хочется. Есть какие-то моменты, знаете, как трясина, которая вот пытаешься вырваться, и не получается, не можешь. Вот здесь карты нам показали, что в полной мере будет трансформация, будет перемена. И ты по шестерочке жезлов выйдешь вперед, получишь свою заслуженную победу. Очень хорошие новости идут в вашу жизнь. Новости, долгожданные новости, которые действительно спровоцируют какую-то вот перемену, трансформацию в вашей жизни. И старшие, и вот шестерочка жезлов показывает твою победу, да? Тебе суждено быть победителем, тебе суждено добиться большого результата, успеха, и жди хороших вестей, которые тебя сильно порадуют. И вот на сегодняшний день они скрыты, эти новости. Какой-то выход из трясины очень близко, выход из какой-то ситуации непростой для вас очень близко. Трансформация уже запущена, и твоя победа очень-очень близка, очень радует, очень радует. Давайте посмотрим, знаете, первый старший аркан мир. И победа близка, очень-очень радует. Давайте посмотрим дальше. Приятная неожиданность от вашего окружения. Туз кубков, приятная неожиданность будет в любви, в личной жизни. Ой, девочки, будете собираться на некое неожиданное свидание. Почему неожиданное, да? Вот как буквально постучиться в двери, это будет для вас прекрасная, приятная неожиданность. Неожиданность по тузу кубков, то есть по личной жизни. Мужчина вас куда-то пригласит неожиданно. Возможно, это какая-то поездка или какое-то романтичное свидание. Но явно вы будете прямо собираться, наряжаться, украшаться. Будете в прекрасном настроении. И вот это, знаете, какой-то неожиданный подарок на пороге. Неожиданно мужчина окажется на вашем пороге. Очень где-то вам приятный и обаятельный. То есть от вашего окружения. Ну и здесь прямо, знаете, романтичное свидание, на которое вы будете собираться. И, возможно, это приглашение возникнет неожиданно. Но вы будете во всей боеготовности, да, вы будете готовы. Все будет готово для того, чтобы блистать. И вы действительно блистать будете. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду очень-очень рада. И пусть на ваш порог приходят прекрасные вести и прекрасные люди. Счастья и радости вам, ваши дома и ваши сердца. Всего вам самого лучшего, смелого и благородного человека на ваш порог. И до новых встреч!